У нас тут с утра туманчик. Большой орел. Красивый вид. Я туда пришел. Написано Touch the Moon. Потрогай Луну. Потрогай Луну. И опять призы. Мандаринки, конфетки. Вообще так замечательно приняли меня в храме. Я нашел офигенную котяру, которая здесь разлеглась, спит. Можно гладить. Она еще мурчит, когда ее гладишь. Я зашел в пещеру. Здесь стоит много одетых будд. Это в храме. Вот эти. В пещерах вот такой закуток. Мыши летают, летучие. А это Догго парк. А это Догго онсен. Вот. Ему 3000 лет, этой бане уже. Ну, здесь 3000 лет на этом месте стоит. И моет людей. Я принял ванную в Догго онсене, в 3000-летнем онсене. Вот здесь на втором этаже дают чай. Чай. Печеньки. Вот, и можно сидеть, отдыхать, вот балкончик на улице. Вот, хорошо. Это чтобы тренировать удар в гольф. В воду. Они здесь сидят и фигачат. Все, проехал. Висят какие-то ленты бумажные. Типа обереги. И охранные какие-то знаки. А это японская груша. То есть, несмотря на ее такой вид, это груша. А тут написано Святой Персимон. Святой Персимон по-английски хурма. Святая хурма. Пытаюсь попасть на Кото остров. Вот, для него нужно плыть. Садишь сначала на кораблик. И я надеюсь, что он таки поплывет, потому что погода не самая лучшая. И он может не поплыть. Я надеюсь, что поплывет. И я попаду на Кото остров, там, где мало людей и много котов. Коты, коты, сплошные коты, повсюду коты. Чинки хорошие коты. Такие клевые все. Это домик. Так, а это главный кот, провожает каждый корабль. Главный кот, что вы скажете по этому поводу? Давно ли вас назначили главным котом? До свидания, Кото остров. Ты клёвый. Крутая машина. Вся в розочках. Это здесь нефтеперерабатывающий завод.
Козаки. Кто здесь живет? Интересно. Пришел в последний храм на сегодня, а тут ступеньки. И надо наверх идти. Класс. Не, все еще лучше. Казалось, что по лестнице подниматься не нужно. Я зря это сделал. Пришлось спускаться, потому что храм-то вот, внизу. А наверху там еще другой храм, шинтоистский. Такие вот пироги. Хороший вид с этого храма. Еще приз. В этот раз полотенечко. Чтобы можно было вытираться. Клево сделали. Следы ручек и ножек. И возраст детей, я понимаю. Прикольно. Горы красивые. Мне туда, к ним. Сейчас прям. Поход в гору отменился. Там что-то, какие-то упали камни. Пройти вообще пешком нельзя. Вот. Я почти дошел до этого, но меня остановили. Развернули, сказали, иди в другой храм. А, соответственно, туда теперь можно попасть, как я понимаю, на автобусе с другой стороны. И по-другому никак. Сюда зайти сейчас нельзя. Поэтому иду в сторону пока станции, может быть, там поспрашиваю. Это грустный Мишка. Он очень грустный. Тут такой интересный храм большой. Нужно внутрь заходить, а тут такое чудо. Какой-то очень странный храм. Вообще не похоже на обычные такие буддийские храмы. Все, ну так, вот такая вот. Вот махина большая. Храмчик по дороге. Но мне не сюда, не рядом. Кладбище. Очень редко ставят памятник такие. Вот обычно просто вот камушки. В общем, поузнавал я насчет того, как добираться в этот храм, который завалило, потому что не пройти. Нужно с утра садиться на автобус, на автобусе ехать. Автобус только с определенной станцией. Вот, я сейчас прямо на эту станцию иду. Завтра с утра буду добираться в тот храм, который наверху. Клево и бороться. А это вот как раз храм Йокаминеджи. Куда я приехал на автобусе, потому что мне сказали, что пройти нельзя. На самом деле, кажется, что можно пройти просто по другой дороге. Вот меня обманули. Клевые птички. Каменные коты. Станция Сайджо. Чуваки несут эту штуку. Надо им куда-то ее донести далеко. Вот. Всем вместе. Она тяжелая наверняка. Оп, оп, и пошли, и пошли, и пошли, 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 пошли. Молодцы, молодцы какие. Там горы. Здесь рыбы. Вот супермаркет такой, так и выглядит. Вот фрукты, супермаркет. Можно купить одеялко с ежиками, или с овцами, или с пандами. Вот. И они поют песню про Марунаку. Марунака название супермаркет. Там можно тапочки купить. Чуваки играют на барабанах. Так, на улице им
хочется играть на барабанах, они играют на барабанах. Экспресс такой проехал. А это Гарри Поттер отгоняет ворон. Берут и убирают, собирают снопья такие прикольные. Классная машинка. И тут играют на барабанах. Будут нести эту штуку, похоже. Красивая деревня тут. Я здесь ночую сегодня. Ночевка вот с каким-то древним деревом. Здесь, по преданию, Кободайши встретил какого-то чувака, он болел, Кободайши его вылечил, осталось вот дерево клевое. Все, можно подытожить 25-й день. Я с поездками на Кото-остров и с этими всякими автобусами прошел не так много, всего 203 километра. Посетил 21 храм, прочитал одну аудиокнигу и спас одного кабанчика. На этом все.